Дорогие друзья, здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Скоро Новый год. Помните, что готовили на этот замечательный праздник наши мамы, а наши бабушки? Правильно, холодец. Ну так давайте мы сделаем с вами это праздничное блюдо – холодец. Приступим! Друзья мои, для холодца нам понадобится курица, в данном случае домашняя. У меня две рульки здесь, два копытца, четыре ножки – кусочек свинины, кусочек телятинки. Общий вес здесь 6 килограмм 500 грамм. Две луковицы. Они будут вариться в шелухе. Золотистей будет бульон. 4 морковки. Люблю потом морковку в каждую тарелочку. Чесночок здесь 2. Один прямо будет вот так вместе вариться. Потом его уберем. Этот почистится и в тарелочках разложится. Перец. Лавровый листик, соль, естественно, и отварные яйца потом для украшения в тарелочках. Но теперь нам нужна большая кастрюля. Приступим. Сначала копытца, ребята. Теперь рулечка. Рулька идет. Все располагается довольно плотненько. Хорошо. Ножки. Курочка. Мясо. И все это замечательно поместилось. Заливаем водой, покрываем полностью водичкой. 4 литра воды. Друзья, на маленьком огне начинаем варить. Основную пенку убрали. Водружаем туда лучок. Морковку. Лаврушечка. Чесночок. На маленьком огне, поглядывая, сильно плотно не закрывая, вот так, 4,5-5 часов. Друзья мои, вот на таком маленьком огне, потихонечку, едва-едва вот томится, вот уже у нас 4-й час. Так что, в принципе, я так смотрю, так как большая курочка и кастрюлька, то где-то у нас получится 5 часов. Еще часик, оно потомится. Все, до встречи. Друзья мои, 5 часов варился холодец. Теперь ответственный момент. Косточки выбираем, мяско отдельно. Потом все это раскладываем. Украшение на ваше усмотрение. Яйца, морковка. Два момента хочу просто сказать по поводу именно моего холодца. Бульон я процедила, все замечательно. Но я убираю обязательно верхний слой жира. Очень вкусный бульон, но очень жирный. Поэтому здесь на ваше усмотрение. Я слой жира в баночку убираю верхний. И еще смотрите насчет соли. Подсаливайте на свой вкус. Друзья мои, я знаю, что ножиком и вилкой разделяют холодец там и распределяют по тарелочкам и режут. Но, честно говоря, почему-то мне так кажется, что и тесто, хлебушек, когда печешь, и когда холодец разделяешь, можно чистыми ручками позволить себе это делать. Тесто любит руки, и здесь холодец. Вы не зеваете ни маленькой косточки, ничего. Друзья мои, значит, мы уже разложили мяско, и теперь чесночок кое-где будем класть, кое-где нет. Где-то кушают с чесночком, кто-то нет. Морковочку. Яйца варененькие. Заливаем бульончиком. Пахнет, ребята, замечательно. Ну что, друзья мои, мы сделали с вами холодец. Спасибо, что были со мной. Получился, по-моему, волшебный. Будет теперь он застывать. И потом уже, конечно, будем знать, насколько он волшебный. Ну вот, во всяком случае, благодаря прозрачненьким мы потом увидим, как оно внутри застынет. Я очень люблю такие штучки, потому что в них все видно. Никого не обманешь. Сколько мяска, сколько бульона. И какой он волшебный.
Делайте обязательно, когда будет настроение, желание и возможность. Спасибо большое, что поддерживаете. Спасибо всем, кто подписался на канал и кто ставит лайки. Спасибо. Мира вам и добра. Пусть будет вкусно у вас и на столе, и светло на сердце. Удачи вам!